Многоквартирный дом номер 84 по проспекту Металлургов построен в 1953 году, является объектом культурного наследия. До 2018 года на доме проводились работы только в рамках текущего ремонта. Жилой дом, что называется, в годах, почти 70 лет без капитального ремонта. Старшая по дому Ольга Александровна говорит, что жители здесь с активной жизненной позицией проводят общедомовые собрания и сами решают, какие работы нужно проводить в первую очередь, а с какими можно подождать. Так вышло и с планами работ по капитальному ремонту. Фасадные работы по дому заменили на ремонт инженерных коммуникаций. Нашли подрядную организацию, и процесс пошел. Сегодня старшие по дому, сотрудники администрации Кировского района встретились с представителем подрядной организации, чтобы оценить промежуточный этап выполненных работ. Результатом остались довольны. Все говорят, что хорошие слова о том, что как проделаны работы. Ни у кого практически нареканий нет. Есть мелкие какие-то нарекания, они автоматически подрядной организацией выполняются. Пока запланированные работы в рамках капитального ремонта, а именно ремонт инженерных коммуникаций, замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения выполнены. Как только завершится отопительный сезон, подрядчик фонда капитального ремонта приступит и к работам по ремонту сетей теплоснабжения. К лету, может быть, к началу осени уже полностью работы по инженерным сетям будут завершены. И поскольку сталинской застройки, здесь большие толстые кирпичные стены, здесь хорошее качество самой постройки, и при должном уходе этот дом прослужит еще много-много лет. В 90-е годы большинство домов в Кировском районе не получили своевременного капитального ремонта и должного ухода. И поэтому жители осознают важность проведения капитального ремонта. Да и финансовые затраты крайне серьезные. Напомним, что жители оплачивают статью капитального ремонта с 2015 года. Другой вопрос, если на доме низкая собираемость платежей по этой статье, тогда... Безусловно, жители должны понимать, что только своевременная и полная оплата всех и коммунальных услуг, и оплата за капитальный ремонт может привести к качественному и своевременному выполнению работ. По-другому в нашем мире не получится. Елена Чернявская, Константин Головин. События.